Дорогие друзья, уходит в историю 2020 год. Наверное, вы согласитесь, если я скажу, что год как будто проверял каждого на прочность. Серьезным испытанием для всех стала пандемия новой коронавирусной инфекции, которая отразилась на здоровье многих жителей Чувашии и на экономике республики. Не осталось ни одной семьи, которая бы не столкнулась с новой болезнью. Основные силы были брошены на социальные расходы, борьбу с пандемией, поддержку нашего здравоохранения, медицинских работников. В тревожной ситуации оказались предприятия, малый и средний бизнес, ради которых мы пошли на ряд налоговых и административных послаблений. С приходом пандемии в нашей жизни многое поменялось. Появились новые понятия – самоизоляция, социальная дистанция, масочный режим. Наверное, правильно говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Но во всем этом есть и один важный положительный момент. Трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили и закалили нас. В уходящем году мы с вами хорошо потрудились. Строили новые дороги и дома. Открывали школы и детские сады. Запускали производство. Побеждали в соревнованиях, конкурсах. Выигрывали гранты на важные проекты. Каждый успех Чувашской республики в уходящем году – это ваша заслуга, уважаемые жители республики. Это вы своим трудом, талантом и упорством, неравнодушием вершили судьбу региона. Я искренне благодарен всем жителям, принявшим участие в общественном обсуждении комплексной программы социально-экономического развития Чувашской республики до 2025 года. Работа над этим стратегическим документом закончена. Программа закреплена законом. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, в образовании и культуре. Добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы Чувашия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось к лучшему. Верю, что в 2021 году мы получим первые ощутимые результаты от реализации программы. Это будет большой шаг вперед, который мы сделаем вместе. Правительство будет делать все, чтобы достичь поставленных целей и оправдать доверие жителей республики. В новом году я желаю каждой семье, каждому дому благополучия, мира, добра, гармонии. Пусть все трудности останутся в 2020-м. И Новый год начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей. Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!